Так называемый стрит-арт в последнее время буквально захватывает городское пространство. В большинстве своем псевдохудожники считают, что их работы украшают Десногорск. Холстом для надписей и картинок, смысл которых иногда трудно понять и самому автору, становятся стены подъездов, фасады зданий, а иногда новые и долгожданные городские объекты. Скейт-площадка Extreme Time была открыта в Десногорске в октябре прошлого года, но оформление конструкции, похоже, нравится далеко не всем. Совсем недавно здесь появились неуклюжие и уж точно невысокохудожественные надписи с признаниями в любви. Их уже удалили, но осадок, как говорится, остался. Осадок останется, скорее всего, и у самого художника-романтика. Камеры наблюдения у скейт-площадки зафиксировали весь процесс порчи городского имущества. При этом потребность в таком самовыражении у молодых людей обычно объясняется вполне тривиальными мотивами. Дети таким образом показывают свою взрослость, взросление. Им хочется взрослеть и показать самостоятельность. Они оставляют свои знаки, символику, просто чтобы показать, обозначиться. Вот он я. Здесь, опять же, еще может быть желание риска. Такое некоторое, когда адреналин повышается, ты знаешь, что тебя могут застать в любой момент, открытая площадка, ты пишешь, при этом выбрасывается адреналин в кровь, можно еще и этим объяснить. А свойственно такое поведение в подавляющем большинстве случаев молодежи от 10 до 15 лет. Но, несмотря на юный возраст, ответственность может ждать по-взрослому серьезной. Соответствующей статьей Уголовного кодекса наказание за вандализм в той или иной форме предусмотрено для лиц с 14-летнего возраста. Неприятности будут ждать и их родителей. Статьей 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено полное возмещение ущерба законными представителями, причиненного подросткам. Кроме того, частью 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Строгость наказания за граффити объясняется тем, что формально это не просто рисунок, а проект благоустройства. Но выход есть. Эскизы можно согласовывать с властями города и заниматься творчеством, не боясь неприятных последствий. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.